Что это с моими пионами, друзья? У кого-нибудь так было? Вот такие вот побеги молодые берут и отваливаются. Мало того, что я смотрю, они в основании гнилые. Хотя макушки очень даже свежие, сочные и даже вот с бутончиками. То есть тут заложен уже бутон был. Вот он кругленький, да, видно? И вот такими кусочками отваливаются мои пионы. Что это такое за беда? Подгнили, что ли? У кого такое было, утешьте меня, товарищи, потому что я в ужасе.